Может ли крупная сеть в городе Магнитогорске похвастаться низкими ценами? Еще 2-3 года назад вы бы посмеялись, если бы я такое озвучил. Оказывается, сегодня это возможно, потому что, ну, время немножко другое. Не время гнаться за ценами, а время гнаться за объемом. Настоящий китайский принцип. А мы все-таки живем в Азии, ну, практически на границе. И сегодня в Автограде, в сервисном и дилерском центре Вианор, который располагается на Советской 160, можно не только купить комплект автомобильной резины, зимней автомобильной резины вместе с дисками, меньше, чем за одну зарплату, но можно и поменять масло за 1000 с небольшим рублей. Профессор Преображенский говорил: «Не читайте на ночь дорогой советский газет». История доказала правоту его слов, но не каждый учится на чужих ошибках. Кризис кредитной экономики породили не люди, честно работающие. Его породили по жизни нечестные банкиры. Затем уже панический настрой перекинулся на население. Но население не перестало питаться, ездить, бить и обслуживать автомобили. Сексом никто не перестал заниматься и думать о потомстве тоже. Люди просто вспомнили, что умеют считать деньги, выгоду и прибыль. Автоград, занимаясь по сути продуктами питания для авто, естественно, будучи самым крупным и наиболее успешным предприятием, в этот момент получил свободу маневра. И это приемлемые и комфортные цены на все, что требуется автомобилю. Масла, авторезина, диски, аксессуары. Почему такое случилось? Да потому что принцип продавать больше других и в большинстве случаев дешевле имеет место быть. И если вам немножко надоело слово «кредиты», то, в принципе, я с вами согласен. Меня вот они где сидят, и сейчас у нас модно покупать все в зарплату. Средняя заработная плата даже девушки сейчас – это 25 тысяч рублей. А почему я так говорю? Потому что возле 13-й школы мне уже негде машины ставить, потому что учителя накупили себе иномарок, и я этим не очень доволен. Ладно, у нас булочные уже, похоже, на Мерседесах ездят. И, естественно, с такой зарплатой можно купить себе не один комплект, а два комплекта резины на 13. Вот комплект, кстати, Michelin XIS Norse 2 диаметром на 14, вместе с колесами, естественно, с дисками в том числе. Вот, и намного чего останется. И почему такое стало возможным? Потому что Автоград летом приготовил вам зимнюю резину со скидкой 20%. Кто еще может этим похвастаться? Два подразделения Автограда имеют возможность обслужить ваш автомобиль. В смысле быстро поменять масла и расходники. Вот, к примеру, советская 160. Это «Стройдвор» и «Автолидер» и «Счастье» и «Вианор» в одном комплексе. Кстати, первые репортажи о замене масел в АКПП, замене антифриза – это все отсюда. Естественно, в городе со 100-тысячным автонаселением быть монополистом невозможно, но быть в лидерах – это легко. И даже машины других горе-дилеров, хапнувших горе на собственных непомерных амбициях и гордыне, сегодня предпочитают сервис Автограда. Потому что и доля гордости за сие присутствует, мы посовещались и решили сохранять самые конкурентоспособные цены. Нет, конечно. Самый дешевый способ замены масла – это собственными руками и на эстакаде, но если навыков нет, тогда в Автоград. Я не знаю, что более сейчас актуально – тема купить новый автомобиль или тема сэкономить деньги. И поэтому ответ моему приятелю Максиму. Максим, извини, но сейчас более актуальна все-таки экономия денег. А машины вам покажем, естественно, чуть позже, когда люди созреют. Вот, и привезут хорошие американские автомобили, замечательные японские. Ну да ладно, сегодня не об этом. Сегодня о том, почему сервис Автограда. Здесь на Советской 160, это южный район города Магнитогорска. Ну, доселе не охваченные нашим вниманием. Хотя, почему не охваченные? Здесь рядышком студия Dream Car Design, вот, бокс Форсаж. Но место по экспресс-замене масла – это только до Автограда, который работает с 10 часов каждый день до 7 вечера, это в будний день, и до 6 в субботу-воскресенье.